Всем привет! Для тех, кто не в курсе, в это воскресенье 20 декабря будет проходить розыгрыш вот этих вот отличных скинчиков. Условия, конечно же, что нужно сделать, чтобы эти скинчики разыгрались вот здесь. Ну а для того, чтобы стать участником этого розыгрыша, все условия будут в описании под видосом. А я, как и вчера, залетаю снова на... Опять, как всегда, да? Как всегда, никуда не залетаю. Вот. В общем, сюда залетаем. Сегодня второй день челленджа. Челленджа называется вызов, как говорится. Перчи с 40 рублей. Второй день сегодня. И посмотрим, как второй день у нас пройдет. Онлайн сегодня гораздо больше, чем вчера. На балансе все так же. Я закинул 40 с промиком. Посчастливилось поймать мне там 30% промик, я с утра пополнял. Ну и плюс еще мелочевка оставалась со вчерашнего дня, то есть с прошлого раза. Действовать будем по той же самой тактике. Сперва мы открываем на все Silver Elite. На все, что есть, открываем Silver Elite. А уже потом открываем что-нибудь другое. Отлично. Начало прям многообещающее. Многообещающее начало, да? Это хорошо, хорошо. Вот. Кто не в курсе, суть челленджа какая? Что делаю я? Так. Все скинчики, которые будут выпадать мне дороже... Все скинчики, которые будут выпадать мне дороже 200 рублей, я буду оставлять для контракта. И потом, когда набирается ровно 10 скинов, я херачу контракт на перчи. И смотрю, как это будет заходить. Вот. И еще одна маленькая такая интрига для вас, подписчики. То есть, если я за этот 30-дневный марафон, за этот 30-дневный челлендж сделаю больше, чем одну пару перчаток, то одна пара перчаток, она будет обязательно разыграна. Это так. В общем, что, у меня сейчас 76 рублей на балансе, а это значит, что я могу открыть один Among и два раза Сильвера открыть. И посмотреть, что из этого получится. Так, вчера я открывал зеленый, давай сегодня мы начнем с красного, потому что вчера я открывал зеленый, но больше ничего бабла-то у меня не хватило. Давай сегодня попробуем с красного. Малахит, что такое? Так, малахит, ну... Так, тогда давай мы сделаем вот так. Малахит. Малахит порадовал, порадовал малахит. Но два раза хватает, открываем. Красный. Это тоже хорошо должен стоить, да? Хорошо. Еще разочек. Малахит плюс красный. Осадок. Осадок в своем репертуаре. Эх, 112 сделали пока, да? Отлично, теперь мы можем открыть два Амонга, розовый и желтый. Что мы и сделаем. Мы откроем два Амонга, розовый и желтый. По очереди. То есть в любом случае у нас есть возрождение. Я даже не знал, что ты столько стоишь возрождения. Че, сразу продал, да? И желтый. Так, пока что у нас топчик сегодня красный. Но у нас есть еще зеленый. И есть, короче, азарт. Ну, королева пуль бы, по-моему, подороже бы, да, стоила, пацаны? Королева пуль бы, наверное, стоила подороже. Так, мы тебя продаем, поэтому... Что у нас, 200... Нет, да, с 200-ок не хватает. Что мы тогда делаем? Мы открываем Among Us. Among Us. Или Us он правильно, как Among... Взгляд прошлое, 46. Ну, ты меня не порадовал, Among Us. Давай мы тебя еще разок откроем. Давай мы еще разок тебя откроем все-таки. Посмотрим, как ты меня порадуешь. Вот это, по-моему, нормальная, да, штука? Пиздец, я цену вообще не знаю, короче, нет. Ты меня дважды не порадовал. А если быть точным, ты меня дважды огорчил. Поэтому я лечу в зеленый. И смотрю, как меня порадует зеленый. Или чем меня порадует зеленый. И порадует ли страж. Ну, это 70 рублей, да? 78. Ну, золотая спиралька, по-моему, наверное, дороже была. И вот это тоже, да? То есть мы тебя продаем 111 рублей снова. Ух, 111 рублей. Ну, блин. Ну, должен же ты как-то порадовать меня. Что ты? Давай что-нибудь. Улыбнись, удача мне. Ахерон 94. Ну, не такой уж... Не такой, конечно, и большой минус. 106 там, да? Ох, подожди. Давай мы тогда, знаешь, что сделаем? Мы...
Давай мы сейчас залетим в сильверы. По-бырому на все, что есть, откроем сильверов. Еще раз. Еще раз. Камуфляж. Всякая херня падает, слушай. Всякая херня сыпет, вообще реально. Ну, как бы пара скинчиков была какая-то такая, более-менее годная там, да? Леденец, насосались. Еще разок. Капилляры, 6 рублей. Все, больше не хватает. Теперь мы залетуем на 129 рублей, да? На 129 рублей. Давай залетуем сюда. Все, залетуем в... Вара-вара-вара. Балик. Не, балик мы не будем. Случайный скин, короче, делаем. Подписываем. Смотрим, что выпадет за 100. Так, ага, ага. Сука, вот сейчас будет чуточка, чуточка. Так, новый контракт не пойдет. Так, давай мы тогда, может, в апгрейды тебя залететь или... Апгрейд. И попробовать рублей за... давай, ну-ка, за 400, если что у нас есть. За 400 пустынная вот эта херня. Блин, ну апгрейды такая штука там, да? Апгрейды, апгрейды. Так, нет, давай мы тогда, мы не будем так вот делать. Мы в апгрейды мы не полетим, потому что сегодня я вообще ничего не сливал на апгрейдах. Поэтому я не знаю, как он себя поведет. Как он себя поведет на апгрейдах. Мы. Так, по сути я могу, в принципе, открыть раз, два, три, четыре. 4 Амонга, да? Ну, мне хочется все-таки с Амонг Аса что-то вытащить. Мне хочется с него что-то вытащить. Давай посмотрим. Ну, то есть нормально какую-нибудь годноту такую, чтобы покупил. Опять за 40 рублей, да? Ну, похоже, Амонг Ас мне сегодня сказал... Похоже, он меня послал жестко сегодня, Амонг Ас. Так, а на две черепашки мне не хватит, да? Ну, красный сегодня выдавал. Давай попробуем еще красненький открыть. Призрачный фантик, да? Фанатик. А, фанатик. Угу. Давай еще разок, еще быстренько. Малахит, 73. Но это окупон. Сука, но я же вот от тебя не отстану. Хер ты 100 рублевый. Давай, давай, блядь. Ну, хоть окупос, хоть окупос. Продаем. Еще разок. Еще разок. Фу, с тобой давай откроем. Слоу. Слоу-моу. Это хуйня, да? Пофапали. Сотка. Ну там еще есть. Нет, короче, ты меня задолбал. Давай мы. Зелень, красная. Зеленка, красная. Красненка. Зеленка. Балда, короче. Что-то, пацаны, он как-то странно себя ведет. Вот это давай. Малахит. Так, ага. 23, 27. Так, давай мы тогда залетаем. Вот так делаем. Вот так, вот так, вот так. Сейчас пару скинчиков отсюда вытащим и снова полетим в этот Даймё. И снова в контр залетим. Сколько у нас контр? На 110, да? Ну, посмотрим, что даст. Посмотрим, что даст. Посмотрим. Давай. Улыбнись, удачка нам. 55, да? То есть это хуйня полная. Ну, блядь, давай в апгрейды тогда хотя бы рублей на 150 попробуем что-нибудь залететь, да? На 150 давай вот ты за 38%. То есть смотрим, короче, что. Балик добавлять, да? Ну, сегодня он не дает, поэтому что-то его мусолить там, жать там ему яйца. Но это зайдет, да? То есть нормально заходит. Но мы еще живем, еще живем. Ну, с такими шансами можно было и на рублей 300 пробовать, то есть шанс снижать, да? То есть, ну, нормально. Он зашел, как бы он зашел там, да? Вот, ну, он зашел, это хорошо. Так, может тогда что сделать? Может тогда просто открыть сильвера на все бабки и попробовать еще контракт? Давай, раз. И просто на все бабки попробовать сделать контракт. Ну, надо как-то пытаться мне. Ну, тут он... Блядь, 3 азиков подряд, да? Лесные. Все. Окей. Еще раз не хватает. Еще раз он говорит, не хватает. Сколько? 147 сейчас получилось там, да? Контракты. А сколько у тебя? А, у меня больше, чем надо, да? То есть, подожди, у меня больше, чем надо, получается. Я, значит, могу один какой-то продать, например, за 4,84. Ну и...
Так, мне надо сейчас оставить самый вот этот я оставляю. Вот, мы на смотрим. Блять, хуйня какая-то получилась. Ну давай, случайный. 174, да? 174. Ага. Сейчас уже 180 там, да? Давай. Давай попробуем. Три какой? Красный, розовый, желтый. Давай попробуем. Открываем красный. Не алло. А, розовый. Тоже не алло. Ну вообще как бы. Ну не прет сегодня. Не прет вообще, ребят. Не прет. Вообще как бы. Ну не такие. Продаем. Чё тут? Блять, а можно что-нибудь такое? А, сплинт. Давай черепашку, может, какую-нибудь одну открыть, да? Леонардо. Давай Рафа откроем. Давай откроем Рафа и посмотрим, что может дать Раф. Раф. И может ли вообще... Тут нормально стоит. Раф. Ну, нет, это не окуп. И не хватает там, да? Ой, блин. Что-то как-то сложновато сегодня. Давай Ганнибала откроем. Просто мне уже за ипло крутить эти кейсы тут. Ну, если он если дает, он дает. Ну, это хня полная, да? Это хня полная. Вот. Он если дает, то он дает. А если не дает, то что у него там просить-то, блядь? Вот. Давай краснянку. Потому что видос уже тянется долгим. Дикая мощь, что ты? 73. Падла, ну ты вот чё мне мозг-то? Чё ты мне мозг-то телепаешь, а? Леденец, сука ты. Такая, ещё разок давай. Открываем. Ещё, да ты что, ёптать? У меня уже щёки болят от твоих леденцов. Ты что тут леденцами балуешься? Так, давай. Так, продать. Так, ладно, давай тогда... Блин, давай вот в жёлтенького. Давай в жёлтенького. Просто если сейчас он меня... То есть он... Херовато. Это фамилия японского гонщика. Херовато называется. Вот, понятно? Ну, еще на разок, да? То есть вот. Все. Ребят, ну, в общем, все. Сегодня, в принципе, довольно такие острые были какие-то моменты, там, что-то вроде было, да, то есть, в принципе, можно было бы и забрать кое-какие скинчики, да, то есть, вот, только у меня условие стоит от 200 рублей скины закидывать, то есть, второй день, сегодня было интересно, было классно, да, то есть, только, ну, к цели я сегодня пока что не приблизился, ни одного скина в контракт у меня не осталось. Ну-ка, может, что-нибудь у меня тут осталось, давай-ка посмотрим. Нет, у меня ничего нету, то есть вот. Ну, в принципе, я с него хорошенько так вытащил, я ему должен, поэтому я не знаю, как он сейчас себя будет вести, честно. Вот, я видел, что вы мне писали, там, типа, закинь там 200-300 хотя бы рублей за раз. Ну, как бы для меня это не проблема, я могу закинуть, я могу и гораздо больше закинуть там, да, то есть. Только цель видосов у меня показать, что можно, в принципе, слово баланса тащить хорошо. И, в принципе, можно, может быть, даже на постоянной основе это тащить. Вот, ребят, в общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, скидывайте ваши промокоды. И, конечно же, участвуйте в воскресном розыгрыше. Всем пока и до новых встреч.